Shema, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Шалом, Хаварим. Бокер тов, доброе утро. Приветствую вас. Сегодняшним утром хотел бы сказать несколько слов для вашего утешения о молитве. Молитва для христианина – это важнейшее событие, которое приходится несколько раз в день закрывать глаза и находиться вот в общении с нашим Небесным Отцом. Несколько советов, как улучшить вашу молитвенную жизнь, сделать ее более интересной, и чтобы вы без всякой суеты приходили пред лицом нашего Господа и имели с Ним общение. Итак, я бы хотел обратиться к книге Неемии, первая глава, и я ее зачитаю. Слова Неемии, сына Хахалии. «В месяце Кислеве, в 20-м году правления царя Артаксеркса, когда я находился в крепости города Сузы, Ханани, один из моих братьев, пришел из Иудеи с некоторыми другими людьми, и я расспросил их об уцелевших жителях Иудеи, которые вернулись из плена и об Иерусалиме. Они сказали мне: те, кто прошел через плен и вернулся в провинцию, сейчас в большой беде и бесчестии. Стена Иерусалима разрушена, а его врата сожжены. Услышав это, я сел и заплакал. Несколько дней я скорбел, постился и молился пред Богом Небесным. Я говорил: Господи, Боже Небес, Бог великий и грозный, хранящий завет и милость к тем, кто любит Его и слушается Его повелений. Да будут уши Твои внимательны и глаза Твои открыты, чтобы услышать молитву Твоего слуги, которой я молюсь перед Тобой день и ночь за Твоих слуг, народ Израиля. Я открыто признаюсь в грехах, которыми мы, израильтяне, включая меня и дом моего отца, согрешили против Тебя. Мы поступали пред Тобой нечестиво. Мы не слушались повелений, уставов и законов, которые Ты дал своему слуге Моисею. Вспомни повеление, которое Ты дал своему слуге Моисею, сказав: если вы нарушите верность, я рассею вас среди народов. Но если вы вернетесь ко мне и станете слушаться моих повелений, то даже если ваши изгнанники будут находиться на краю земли, я соберу их оттуда и приведу на место, которое я избрал обителью для моего имени. Они — твои слуги и твой народ, который ты искупил своей великой силой и могучей рукой. Владыка, да будут уши твои внимательны к молитве твоего слуги и к молитве твоих слуг, которые любят чтить твое имя. Дай сегодня твоему слуге успех, даровав ему расположение этого человека. Я был виночерпием царя». Вы знали, что виночерпие — это был очень важным человеком при лице царя, который мог даже отдать свою жизнь за царя, который был, если желаете, его своего рода телохранителем, который был всегда вместе с ним. Итак, что мы видим? Что, узнав очень грустную новость, Неемия приходит пред лицо Господа и начинает молиться. И с каких же он слов начинает свою мольбу? Прежде всего, это хвала и превозношение Небесного Творца. Он говорит: «Господи, Боже Небес, Бог великий, грозный, хранящий завет и милость к тем, кто любит Его, слушается Его повелений». Следующий, он сразу идет как бы вопрошение: «Да будут уши Твои открыты к молитве Твоего раба». Также он говорит: «Я открыто признаюсь пред Твоим лицом, что мы, как народ Твой, включая меня, мы согрешили, ослушавшись Твоих повелений». Это очень важный момент, друзья. Когда мы приходим в молитве пред Богом, что мы должны сделать? Это, конечно, возблагодарить Господа и превознести Его, и дать Ему честь, сказав, что Он выше всех, что нет таких, как Он, что Он лучше всех и что Он наш Бог и наш Творец. Потом, когда мы продолжаем нашу молитву, мы должны исповедаться в своих грехах, особенно в тех, которые мы не замечаем, потому что жизнь, она суетная. И есть много ситуаций, когда наши слова или даже наши мысли, они идут против воли Господа. Я имею в виду, что они являются частью какой-то греховной сущности. То есть мы можем сказать какое-то неправильное слово или неправильную мысль о ближнем нашем, таким образом уже согрешив. И поэтому, исповедуясь перед Богом, говоря, что мы грешные и что мы ослушались своего слова: «Господи, прости нас, пожалуйста». Это является частью, которая по факту переворачивает страницу вашей жизни, и вы начинаете как бы сначала, продолжая. Также момент о благодарении. Если желаете, это ключ к общению с Господом. Если вы
даете себе отчет, насколько много вещей Господь сделал в вашей жизни. Это позволит вашему сердцу быть более мягким к тем обстоятельствам, которые есть. Также несколько моментов, которые говорит сам Иешуа, это условия, по которым вы можете получить ответ на вашу молитву. Возможно, у вас были такие времена, когда во время молитвы или как в ее результате вы не получили никакого ответа. Ну, друзья, я хочу вам сказать, есть несколько вещей, о которых говорит сам Иешуа. Прежде всего, вы должны просить то, что вам нужно, и для того, чтобы сам Отец был прославлен в Сыне. Поэтому Иешуа говорит, что все, что не попросите во имя Мое, будет дано Отцом, да будет прославлен Отец в Сыне. То есть, если вы просите что-то такое, что будет идти против этого, то, скорее всего, вы обречены на поражение. Потому что, если вы будете делать только то, что важно вам, нужно понимать, что если в этом не будет прославлен Отец, или это не соответствует Писанию, или это не приносит вам радость, скорее всего, я думаю, что у вас не получится. Вот несколько, вот три шага. Прежде всего, да будет прославлен Отец в Сыне. Да будет это соблюдено вместе с Писанием, то есть не будет противоречить Ему. И да будет это приносить вам радость. Эти три условия дадут вам, я уверен, ответ на вашу молитву. И также это дать Господу возможность утешить вас. И даже если не получится так, как вы хотите, утешайтесь Господом, и Он благословит вас. И да будет Он вашим утешением и вашей чашей, которой вы будете наполняться. Если какие-то ваши локальные желания не сбываются, то есть доверьтесь Господу, и Он в свое время сделает для вас все, что нужно. Господи, во имя Иешуа я молю за каждого, кто будет смотреть эту передачу. Я молю о том, Господь, чтобы Ты открывал их не сердца, для того, чтобы они вопрошали к Тебе, были пред лицом Твоим и следовали Твоим путям. Господи, да будут они открыты к Твоему Слову и к Твоей воле. И через познание Твоего Сына, Иешуа Мессии, они будут иметь мир в своем сердце. Будьте благословены, друзья. Амин. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.